Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! Продолжаю свою небольшую, но полезную серию видео по лечению гигромы на кисти руки. И не только, так как гигрома может быть расположена и на других частях тела. Я уже снял несколько видео, ссылочки на них вы увидите в конце этого видео. Будет один или два квадрата, перейдите на них и воспользуйтесь несколькими рецептами. Естественно, чередуйте их друг с другом. Лечение долгое и кропотливое. Необходимо проводить это лечение до результата. Ну а сегодняшний рецепт очень простой. Необходимо купить синий йод. Он еще называется йодинол. Но у нас он продается как синий йод. В общем-то, все очень просто. Берем небольшой кусок ваты, смачиваем синим йодом и закрепляем на центре шишки. Закреплять нужно очень хорошо, все натягивать, чтобы хорошо наш тампон прижимался к шишке. Для этого можно использовать хирургический дышащий пластырь. Также сверху уже не очень туго. Необходимо все замотать нашим эластичным бинтом. Такой компресс необходимо делать один раз в день постоянно, долгое и долгое время, не меньше 3 недель. Потом при необходимости можно перейти на другой рецепт. Также в это время, в эти 3 недели, можно чередовать этот рецепт с любым другим рецептом. Вот и все, будьте здоровы!